Я приехал, пошел устраиваться на завод. В каком году приехали? Металлургический. Вот после Нового года я приехал. В 2023 году вы приехали в Серов и пошли устраиваться на завод. Да, на завод. И это мне сказали, так как прописка у тебя Пермского края, тебе на прописку, ну, Серовского, ну, города Серова. И тем самым они меня не взяли на работу. Я не знаю, где прописаться. Вот и все. А прописка у вас там постоянная? Там постоянно у меня прописка. Сейчас на что живете? Сейчас я работаю. Где работаете? Возле женской консультации там, ну, парни у знакомых.